Для 13 многодетных семей из городского округа Щелково этот день радостный и торжественный. В Центральном дворце культуры им вручили документы на земельные участки. В соответствии с действующими правилами многодетными семьями считаются те, где есть 3 и более детей. В семье Шишкиных как раз 3 детей. 2 постарше, им по 15 лет, они двойняшки. И есть совсем маленькая девочка, ей 2 года. Земельный участок семье предоставлен в деревне Малые Петрищи. Мы рады, что есть такая программа, что она работает, что мы оказались в числе этих счастливчиков. Спасибо большое администрации. Льготное обеспечение многодетных семей земельными участками действует в нашем регионе с 2011 года, когда был принят соответствующий закон Московской области. Администрация данного мероприятия проводится регулярно в рамках закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Такой способ поддержки семей очень актуален, востребован, и он играет огромную роль и большое значение в нынешней ситуации. Елена Суслина сообщила, что администрация округа сейчас занимается согласованием и подготовкой кадастровых документов для других многодетных семей, которые могут рассчитывать на бесплатное обеспечение земельными участками. Такое же, как сегодня радостное событие, в ближайшее время ожидает еще 33 семьи. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.